25 марта работники отрасли культуры отмечают свой профессиональный праздник – День работников культуры. Это праздник всех тех, кто каждый день дарит людям радость и хорошее настроение. В преддверии этого замечательного события в администрации района прошло чествование работников культуры района, которые показали высокие результаты в своей работе. Лучших из лучших поздравил глава района. Я хотел бы от души, от себя лично, от работников, сотрудников администрации муниципального образования Шишкава Сергеевна, всех вас поздравить с этим замечательным событием. Прошедший год был очень тяжелый, абсолютно для всех, в том числе для работников культуры. Но я считаю, что вы очень достойно работали в прошлом году, необычно для всех нас в формате. Хотел бы поблагодарить вас за вашу работу, пожелать успехов, удачи, творческих успехов обязательно. Мы обязательно будем продолжать работать, принимать участие во всех федеральных целевых программах. В ближайшие 3 года мы постараемся отремонтировать все дома культуры, все библиотеки. От вас я жду и ждал вот этих творческих инициатив, творческих успехов. Спасибо, что вы есть, спасибо за вашу работу. За большой вклад в развитие культуры района почетными грамотами главы муниципального образования Кашхабльский район были награждены Марета Айрапетова, Ирина Бондарева, Зинаида Олейникова, Мухаммед Дабухов, Замирет Хамдохова и Елена Чеховская. Искренние слова признательности и благодарности в адрес культработников выразил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. В преддверии праздника Дня работников культуры поздравить наших уважаемых, любимых работников культуры с этим праздником, пожелать им здоровья, счастья, благополучия, реализации всех намеченных вами планов. Почетными грамотами районного совета народных депутатов были награждены Ислам Мизов, Любовь Масиенко, Сусана Кучмезова, Алексей Толмачев, Зурет Тлюпова, Муслимет Кушхова, Шамсет Хотова и Елена Хачатурова. Эстафету поздравлений принял председатель общественного движения ДГХАСа района Аминип Шикуев. Мы ваш труд прекрасно видим, понимаем, огромную работу с детьми проводите, родители вами довольны. И мы видим вашу трудную, большую работу. Грамоты от общественного движения Адыгахаса Республики Адыгея Амин Хаталеевич вручил Аминат Хубсаруковой, Давлету Киржинову и Виктору Полонскому.